Осенняя пора, особенно в нынешнем году. Это время не только для красочных фотографий в Инстаграм, но и время сделать свой город чище и красивее. Именно так считают учащиеся средней школы номер 20 города Бреста имени Дмитрия Карбышева, которые общими усилиями в рамках месячника по благоустройству приводили сегодня территорию своего учреждения образования в порядок. Территория достаточно большая у 20-й школы. Вы видите большое количество зелени. Это у нас росли и цветы, и деревья. Сейчас как раз период листопада, поэтому учащиеся каждого класса у нас разделены на свои территории. Они выходят вместе с классными руководителями, это не выходят после уроков или в шестой школьный день и помогают активно готовить нашу территорию, чтобы была чистота. И таким образом они помогают, конечно же, коммунальным службам нашего города. Ну а учащиеся, конечно же, привыкают к труду, потому что с появлением современных гаджетов где-то труд отошел на второй план. Я считаю, что это важно, чтобы дети наши трудились на благо нашего города и нашей страны. Трудовая бригада в количестве 11 человек собирала листья, очищала от бытового мусора территорию и навела порядок на клумбах. Такого рода мероприятия стали традиционными и пользуются неподдельным интересом у учащихся. Я уже была в трудовой бригаде в августе месяце. Мне очень понравился тот опыт, и я решила его повторить уже осенью. Не могу сказать, что осенью или летом труднее, чем в другую пару года. У каждого есть свои плюсы и минусы. Например, то, что летом мы попали в период, когда была жара. Сейчас как раз-таки погода тоже непонятная, то тепло, то холодно. Но в целом работа несложная, и для учащихся, думаю, постижимые. Важно привлекать молодежь в такие мероприятия, потому что так мы помогаем подрастающим поколениям понимать значимость той красоты, которая находится в их городе, и прививаем им любовь к родным местам. Я считаю, что молодежь надо привлекать к таким мероприятиям. Это польза для школы, также и для них самих. Это возможность чуть позаработать, потому что сейчас мало где можно трудоустроиться до 18 лет. Мне кажется, это большая помощь для коммунальных служб, потому что та же листва падает каждый день, им тяжело убирать, а мы помогаем. До 15 ноября продлится месячник по благоустройству. Да, работы еще много, и навести порядок перед зимними холодами – это задача для профильных предприятий. Но совместными усилиями и работая в команде, мы обязательно сделаем наш город чище и красивее.